по сегодняшний день. Ну, основное время ничья, булит эта лотерея, как бы повезло хозяева, с чем поздравляю. Могли мы выиграть, могли адмирал мог в основное время выиграть. То есть неплохо начали первый период. Ведят 2-0. Глупейшие, наверное, ошибки в обороне. Первая шайба. Вторая там не беру, это хорошо разыграли. И все началось. А так взяли очко. Спасибо. Спасибо. Александр Ильич, пожалуйста. Вот, ну, мы не очень хорошо начали игру, это связано с тем, что у нас была все-таки пауза, 8 дней, вроде с одной стороны хорошо, чтобы ребята отдохнули, акклиматизировались, с другой стороны получилось, что игрового тонуса выпали, вот очень тяжело входили в игру, и игра такая получилась вообще скомканная, то есть, если брать содержание игры, то мне очень это не понравилось, вот, здорово, здорово, что все-таки в очередной раз мы смогли отыграться с 0-2. Это говорит о том, что у нас есть характер. К концу сезона так уже выработался. Вот. Второй раз опять проигрывали, опять сумели сравнять. Это говорит о многом. Еще раз повторюсь, что у нас все-таки складывается хороший коллектив. Это, наверное, единственный плюс. Ну, естественно, 2 очка, то, что выиграли. Не цена вами. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы? Александр Леонидович, ну, в этом сезоне команда видела и серии там разгромных поражений, и серии выигрышей в одну шайбу, и серии уверенных побед. И вот сейчас серии, когда игры выходят за пределы, да, основного времени. Такое ощущение, что команда проходит какие-то стадии взросления. Так ли это, на ваш взгляд? Ну, я вот, ну, может, это можно и связать, то, что вот я и говорил, что к концу сезона уже так вырабатываются у нас какие-то черты, то есть видно уже, ну, не скажу, что тогда нас уже так по почерку можно определить, но уже какие-то такие черточки есть, и все-таки это то, что вы сейчас говорили, все, с этим все связано, все-таки ребята уже притерлись друг к другу, конец сезона, что-то уже такое вырабатывает. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос? Спасибо. Спасибо.